Формирование комфортной городской среды. За 2 года существования данная программа показала, что участие в ней реально позволяет сделать наш город лучше. Преображаются дворы и общественные территории. Все это происходит как при софинансировании населения, так и без него. Но львиная доля средств поступает из областного бюджета. На 2019 год изначально городу было выделено 11 миллионов рублей. По итогам рейтингового голосования и с учетом мнения общественной комиссии были составлены сметы на объекты, предполагаемые к благоустройству в текущем году. Однако в конце декабря, в общем-то, пришла хорошая новость, что финансирование нам увеличено. Наверное, все-таки правительство оценило нашу работу в 2018 году, когда у нас не было таких серьезных проблем с реализацией этой программы. И теперь наша сумма 15 миллионов 343 тысячи рублей. Следовательно, вот эта разница, которая у нас есть, общественные комиссии мы уже обсуждали, и предложение администрации вот эту разницу направить на благоустройство детского парка. Однако детский парк как объект благоустройства в рейтинговом голосовании участия не принимал. И вопрос вновь нужно обсуждать с населением города. Предлагается и с министерством профильным, мы это согласовали, чтобы выдержать все условия, 9 февраля провести рейтинговое голосование, на которое вынести 2 вопроса. 2 бюллетеня у нас будет. Первый бюллетень. Согласны ли вы с тем, чтобы в 2019 году перечень объектов комфортной городской среды дополнит позиции детский парк? И здесь ответ – да, нет. Второй бюллетень – это работа на перспективу. Он позволит определить объекты к благоустройству в следующем, 2020 году. Рейтинговое голосование будет проходить в пунктах сбора предложений. Любой слабожанин при наличии паспорта сможет выразить свое мнение. Вот именно из пунктов приема предложений мы 9 февраля и организуем, счетные участки. То есть их будет 4. Это библиотека имени Грина, это администрация города, это центр патриотического воспитания и административное здание Первомайский микрорайон. На субботу, 9 февраля, запланировано еще одно важное мероприятие. Оно касается участия нашего города во Всероссийском конкурсе малых городов. Мы запланировали 9 февраля проведение фестиваля городской среды, как он называется, всероссийское название, мы его менять не можем, «Выходи гулять», в рамках которого мы проведем еще одно интересное мероприятие, мы его назвали «Флешмоб Соборная площадь». С нашим проектом, в который очень хочется победить, думаю, что не только мне, как главе, но и слабожанам, должна быть какая-то, можно сказать, фишечка. Флешмоб и должен стать той самой фишечкой. К нему уже активно готовится Центр культурного развития «Паруса», и к участию приглашаются все желающие. Ремикс известной песни о Слободском уже готов. И с учетом этого флешмоба мы планируем снять красивый клип, который помог бы нам как-то себя спозиционировать. Кроме того, мы делаем, наш проект, придаем ему статус народного, проекта. Администрация города первой приняла решение, вспомнить добрые советские времена, когда однодневный заработок трудовых коллективов куда-то перечислялся. Мы приняли решение, и у нас написано гарантийное письмо, которое согласовано с председателем профсоюзной организации, что в случае победы в 2020 году администрация города однодневный заработок перечислит на реализацию проекта. К подобной инициативе присоединилось еще 16 организаций. Итого получается около 650 тысяч рублей. К тому же юрлица нашего города предоставили гарантийные письма на сумму 2 миллиона 610 тысяч рублей. Поэтому вот этот флешмоб, он для нас очень важен. Мы должны показать, что на площади собралось большое количество людей, что площадь очень важна, нужна городу Слободскому. Флешмоб начнется на Соборной площади 9 февраля в 12 часов. Затем в рамках фестиваля комфортной городской среды слабожан ждут игры и концертные номера. Кроме того, в этот день на площади будут работать волонтеры. Можно будет принять участие в рейтинговом голосовании.